Новые IP-камеры Hikvision разработаны для установки на улице. Имеют буллет-корпус со встроенным кронштейном, который защищает электронику по стандарту IP67. В линейке присутствуют модели с максимальным разрешением 4 и 2 мегапикселя. Также производитель предлагает выбрать объектив. Он на камерах фиксированный. На выбор объектива с фокусным расстоянием от 4 до 16 мм. Но самое главное, вы можете выбрать модель с дальностью действия и ИК подсветки на 30, 50 и 80 метров. Цены на модели вы можете узнать на нашем сайте, ссылка в описании и в конце ролика. Новинки полностью интегрированы в программный комплекс Trasir, а приобретая камеру в офисах компании DSSL или у партнеров компании, Trasir вы получаете в подарок. Спасибо за внимание, ставьте большой палец вверх этому видео и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!